Всем привет, с вами Комаров Виталий. Мы сейчас в гостях у Арама. Вот такая вот у него банька есть. Вот вход ее. Адрес какой? Захладильная 8? Захладильная 8, вот. Вот сейчас он пройдет мне, покажет, объяснит. Это холодильничек тоже для гостей, да? Угу. Вот холодильничек для гостей есть. О. Туалет есть. Это вот вход на второй этаж. Ох, довольно-таки тепло. Вот такой бассейнчик. Все сделано чин-чинарем. Вчера у меня супруга здесь день рождения праздновала. Довольна всем. Это парилка. А парилка все это на дровах, да? Как я понял? Да, на дровах. Парилка это, вот она парилка. Просто у нас работает, поэтому... На дровах все. Так. Через 10 дней. Через 10 дней открыто будет. Да, все меняется, и плитка снимается, все по-новому. Во, здесь еще ожидается ремонт, как я понимаю, хороший. Что, на второй этаж пойдем, глянем? Пойдем. Там тоже говорят, что-то интересное. Сейчас ремонт идет небольшой, да? Как я понимаю, колоночка здесь все. Вот такой вот бойлер, как я здесь понимаю, здесь без воды не останешься. Ничего. Даже можно сказать, кухонка небольшая есть. Поднимаемся на второй этаж. Вот здесь вот небольшой ремонт сейчас идет. Вот такой вот бильярдный столик. Все классно. Как я понимаю, музыкальный центр, да? Телевизор. Вы прибыли к месту назначения. А это лоджия, да? Вот такая вот лоджия, где можно выйти. Как говорится, отдохнуть, перекурить, без всяких проблем. Это курилка. Так. Ну вот, контакты все будут в описании. Кто что хочет, пожалуйста, созвонитесь, договоритесь. Холодильник 8.